Зашел написать, что кнопка скатилась, и валю отсюда. Но все равно пригнал трафик на эту страницу. Ах, вы хитрые жопы. Дружище, ты нас раскусил. Алексей, я рассчитываю дождаться сегодня ответа на это так. Игнор не выход. Обещаю, что если мы с вами не сможем решить вопрос дистанционно, я буду объяснять вам, что у вас здесь за бред происходит лично. И ты мне в глаза пояснишь, как взрослый дядя, вроде меня, должен реагировать на оскорбление и троллинг на твоем портале. А я уже ехал к тебе, понимаешь? Сбитый. Уважаемый взрослый дядя, вроде меня и тебя, я надеюсь, что у тебя в 2018 году все будет хорошо, и ты не будешь так злиться на обычных пользователей Канобу. Теперь я сразу добрить начну. Теперь, помимо порно-трафика, Канобу будет окучивать кота-трафик. Надеюсь, что до объединения этих вещей дело не дойдет. Впрочем, меня это и не удивит. Не дойдет, не беспокойтесь. Ну, в конце концов, 2018 год собаки. Очередная шлака-реклама на КНБ. Скоро здесь будут Oriflame Parity, прокладки Always для геймеров на каждый день. Ждите. Слушайте, кстати, реально отличная идея. У нас же геймер не только мужчины, но и женщины. И я устрою. Вот эту штучку. Ой, нет. Вот эту штучку. Воу. Да вы на его причесон посмотрите. Последний, у кого я видел такое на голове, расстреливает детей в селах Смоленщины с криками «Швайны!». Comedy Club плачет, что не подписал с тобой контракт. Спасибо. Я сомневался в своих комедийных способностях, но теперь, когда я узнал, что мне открыта дорога в Comedy Club, я могу только порадоваться. Желаю тебе всего лучшего в 2018 году, и пусть этот год собаки не окажется годом суки. Хоку. Смотрю на Канобу, сердце полно печали, харакири редакции всей. Спасибо за минутку японской поэзии. Тебе. Почему не 10? Автор, ты что, наркоман, что ли? Блин, Миками писал сюжет к этой игре всю ночь, а потом умер. Что, блин, за неуважение? Я ставлю этому ревьюв 0 из 10. Пожалуйста, ставьте оценки нашим оценкам. Вот это позволит нам оценить ваши оценки. Мы рады вам снова и снова. Да сгнобить этого достал уже. Походу, у главредактора Петра Иванова к нему гейская любовь. Вот и переживает так усердно. Петух сопливый. Урод, только не удаляй этот пост. Смайк. Я не знаю, про кого это, но я уверен, что у Максима нет гейской любви к этому человеку, потому что Максим любит всех. Всех люблю на свете я. В общем, подарите робота мне, жена давно просит, а я заманался ей объяснять, что, блин, робот это дорого, если подарите, то меня по-любому будет ждать постподарочный секос. Я, кстати, помню эту рекламу, и, насколько я помню, этот мужик не выиграл, и жаль тебя. У нас на Канобу так сильно любят рэп-баттлы, что вот мне иногда в комментариях отвечают в рифму. Вот, объективная оценка, одна сплошная катсценка. Сюжет страдает, где карпишин? На плойку порт уже излишен, закрыта серия на время. Практически бабла. Потеря. Я думаю, что это было прекрасно. Если бы все комментаторы на Канобу были настолько же одаренными и не стеснялись делиться своими талантами в наших комментариях, мы все были бы счастливее. Не забрасывай свои скиллы 2018.